Приглашай людей в Oriflame и обучи их продажам, и ты сможешь получать объемную скидку с твоих личных продаж и с продаж твоей персональной группы. Как ты уже знаешь, каждый продукт имеет цену для клиента и цену для партнера бренда. Кроме того, каждый продукт приносит тебе определенное количество баллов бонуса – ББ, которые зависят от стоимости продукта. Более дорогие продукты и наборы приносят больше ББ. Твои личные продажи соответствуют общему количеству баллов бонуса всех продуктов, которые ты продаешь в течение каталожного периода. Все накопленные баллы конвертируются в уровень объемной скидки в соответствии с таблицей конвертации баллов бонуса. В этом примере 200 баллов бонуса конвертируются в уровень объемной скидки 3%. Итак, как можно зарабатывать больше, не тратя больше времени на продажи? Ты также накапливаешь баллы бонуса с продаж персональной группы, то есть за все продукты, которые продали приглашенные тобой люди. В этом примере ты продаешь продукты на 200 баллов бонуса, и каждый из 5 приглашенных тобой людей делает то же самое. Суммарно это приносит тебе 1200 ББ, и твой уровень объемной скидки составит 9%. Каждый из приглашенных тобой людей квалифицируется на уровень объемной скидки 3%. Ты получаешь объемную скидку 9% с твоих личных продаж, исключая НДС и другие налоги. Ты также зарабатываешь вознаграждение с продаж приглашенных тобой людей. Сумма, которую ты получаешь, представляет собой разницу между твоим уровнем объемной скидки и уровнем объемной скидки каждого из этих людей. В этом примере ты получаешь 9-3, что равняется 6% с продаж каждого человека. Как же рассчитать твой доход? Давай считать, что 1 ББ равен 36 рублям. Таким образом, 200 ББ принесут тебе 7200 рублей объема продаж. Со своих личных продаж ты зарабатываешь. 9% умножить на 7200 рублей равно 648 рублей. Также ты получаешь разницу между уровнями объемной скидки. В нашем примере это 6% умножить на 7200 рублей равно 432 рубля с продаж каждого партнера в первом уровне. Получается 2160 рублей. Итого, твой заработок в текущем каталоге составляет 648 рублей плюс 2160 рублей равно 2808 рублей. Теперь представь, что каждый из приглашенных тобой людей пригласил еще по 5 человек. Каждый из них, включая тебя, продает на 7200 рублей, то есть на 200 баллов бонуса. Всего у тебя получается 6200 ББ, которые конвертируются в уровень объемной скидки 18%. Твой доход в этом случае составит 20736 рублей. Другими словами, приглашение людей и обучение их продажам и рекрутированию – это отличная возможность вывести свой бизнес на новый уровень и зарабатывать еще больше.